Всем привет! Я опять на этом поле, которое взял, которое заросло. Потихоньку тут рубал, корчевал. В общем, буду по чуть-чуть разрабатывать, что успею, то некогда, и основная работа задерживает. Туда, наверное, продвигаться не буду, в ту сторону, где узенько. Не, ну сюда чуть-чуть, конечно, распашем, в ту сторону. Но там, где сильно заросло, не буду пока, наверное, в этом году распахивать. Вот. Тут кто-то по-черному, можно так сказать, кукурузку, видно, сеял когда-то. Вот. Доказательство, можно так сказать, втихаря. Приехал с бараной. Диски я не нашел. Никто не дает. А бурьян капец. Ну, думаю, надо будет пахать. Деваться некуда. Но по бурьяну пахать херово. Я быстренько на скорую руку нашел. У меня было там 3 бараны. Даже 4. Кусок железяки приварил. Поводки, даже цепки не ставил. Вот так. Типа процепных. Ну, эффект, я не знаю, на камеру видно. Хотя бы валит, перебивает. И то хорошо. Вот здесь как, и здесь как. Уже лучше будет. Но, ну, цепи не ставил. И зря не ставил, конечно. Ну, уже ехать домой не буду. Потом, может, так повалю, а то уже поздно. Плюс я еще с работы. Вот так быстренько на скорую руку смастерил. Короче, нашел дома. Еще там осталось у нас вот какая-то хрень. То ли от культиватора, то ли этот. Но она была под уголком. Уголка у меня нету. Я быстро тут кусок полуоси приварил. Вчера, даже на днях, там он. Ну, быстренько замандячил, думаю, поехать повалить. Прицепил бороны. Ну, бороны, блин, забиваются. Вот было бы с цепком, поднял, оно бы отпало. И погнал дальше. Вот. Ну, ничего. Приходится так. Ну, валит. По крайней мере, хотя бы валит. Тут под суданку, в принципе, суданка, культура теплолюбивая. Пока разработаем туда-сюда, уже под конец апреля, может, и посеем. Работы дохренища и на работе, и дома. Короче, стараемся все успевать. Сейчас, пока еще не стемнело, повалю бурьян. Вот. Надо уже люцерну сеять, там пару участков. Наверное, до выходных скультивирую, посею. Так, ну сейчас поеду, еще повалю бурьян, то буду ехать домой отдыхать. Так, мы потихоньку катаемся. Ну, эффект есть. Маленький, но есть. Знаю, что затратно и туда и сюда, как говорится, соляркой мы возьмем, это не проблема, даже не купим, а просто возьмем. Вот, ну, потихоньку катаюсь, потому что пахать вот так, я просто его не перепахаю, ничего ему не сделаю, будет плуг постоянно забиваться. Это будет херня. А вот так уже немного будет получше, попроще. Вот. Сзади что-то там ломает. И уже хорошо. Так, ну будем работать дальше. Там у нас ставочек. Ставочек был когда-то очень глубоким.
называется колхозный. Когда-то здесь был колхоз. Он был на территории колхоза. Там еще когда на лошадях, можно так сказать, все охренячили. Потом его перенесли в другое место, а ставок остался. Но он уже замуленный. Тут вот фермера поле, там он, где был колхоз, там поле. Ну а мне досталась такая хрень. Ну ничего, мы этому рады. Так, ну все, всем пока.